Еще полтора месяца назад нельзя было представить такой брендированный аксессуар от хоккейного и футбольного клубов Нижнего Новгорода. В новых реалиях это и востребованный атрибут, и хороший подарок, который спортсмены вручают волонтерам. Спасибо вам, что вы есть. Все для вас. Спасибо. Во время самоизоляции волонтеры доставляют лекарства и еду пожилым людям. И тем, кто по каким-либо причинам не может самостоятельно совершать покупки. Это люди, которые в это время, во время самоизоляции делают благородный, осознанный выбор выходить в публичное пространство и работать с людьми. И поэтому, конечно, им нужна защита. И поэтому это действительно, это в первую очередь для них. Маски, которые одноразовые, они нам неудобны в использовании, постоянно менять и так далее. А многоразовые – это та потрясающая вещь, которая нам так была необходима. И мы благодарны, что в таком большом количестве нам их сегодня предоставили. К раздаче масок подключился и семейный сектор болельщиков футбольного клуба «Нижний Новгород». Они вышли к крупному торговому центру и дарили брендированные маски прохожим, которые вышли в магазин без средств защиты. А кто-то даже был готов поменять свою маску на брендированную. Среди нижегородцев оказались как футбольные, так и хоккейные болельщики. Мне нравится, что у меня есть такая маска с эмблемой и ФКНН, и с Торпедо. Спасибо большое футбольному клубу Нижний Новгород и хоккейному клубу Торпедо за вашу акцию, за то, что объединились в эти сложные времена. И всех нижегородцев призываю, какая разница, за кого болеть, за футбол, за хоккей, ходите и туда, и туда. Хоккейный клуб «Торпедо» и футбольный клуб «Нижний Новгород» продолжат передавать многоразовые маски волонтерским организациям и дарить их в общественных местах. Александр Шеломцев, Артем Катков, Ренат Бекбаев, Максим Веселов. Время новостей.